Виктор Томенко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. Соответствующий указ около часа назад был опубликован на сайте kremlin.ru. Тем же указом президент Владимир Путин принял отставку бывшего руководителя Алтайского края Александра Карлина. Документ вступает в силу со дня подписания. Добавлю, Виктор Томенко до настоящего времени исполнял обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края и председателя регионального правительства.